Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. И быстренько забегаем в свой магазин, чтобы открыть нашу колоду и посмотреть, что нам выпадет. Ага, Мондагека, понятно. Заодно забираем с вами реварды. Так, пройти серию испытаний я уже прошел, поднять уровень персонажа. Так, кстати, ребята, да, к чему серия сегодняшняя посвящается? Естественно, Микеланджело. Как вы поняли, да, я насобирал нужное количество ДНК, даже на одну больше. Поэтому давайте его развивать. Переводим, да-да, ребята, в пятую звезду. Но это еще не все, кстати, смотрите, ребята, у него Буякаша. Майки использует дымовую бомбу, чтобы подкрасться к врагу. Поднимает вероятность критического удара на 25%, это, кстати, круто. Ну что же, а теперь, я думаю, ребята, мы его сразу же поднимем в платиновый ранг. Вы давно этого просили, поэтому давайте это делать. Поднимаем, елки-палки, как ему фартит. Он получил сегодня пятую золотую звезду и сразу же в платиновый ранг перебирается. Об этом могли другие только герои завидовать, ребят. Мечтать, я бы так сказал бы. Ну что же, переводим. Отличненько. Ну что же, и у нас есть еще, ребят, немножко мутагена. Мы можем с вами поднять уровень. Мне нужно будет его прокачать, знаете, до какого? До 80-го, как минимум, уровня, чтобы мы могли им уже более-менее играть. Так, это сколько у меня получается, ребята, платиновых бойцов? Раз, два, и Микеланджело у меня получается третий, да? Три платиновых бойца. Хорошо, в принципе, ребята, тут не за горами и следующий. Я думаю, что Бакстер Стокман, наверное, будет следующим у нас персонажем. Так, кому мы здесь с вами ранг поднимаем? Многие попросили Кейси, да? Кто-то говорил Саблезуба. Ну что же, давайте тогда переводить, наверное... А, у нас же еще вот здесь есть. Так, Ксевер, Макмен, Джастин. Я почему-то думаю, что, ребята, все-таки здесь должен победить Кейси Джонс. Хотя, наверное, и нет. Острозуб, он у нас, как вам сказать, танкует, да? Он у нас провокатор, можно, в принципе, его поднять. Мондагека неплохо бафает, да? Ксевер Монтес тоже, в принципе, неплохо бафает. Макмен как силовик у нас идет. Джастин больше на массовую атаку. Крип, кстати, тоже у нас может брать провокацию. И вот я теперь сижу и не знаю, ребята. Ну, давайте тогда, наверное, Кейси Джонса все-таки, да? Получится, хватит у нас? Нет, не хватит. Поэтому отменяется это все до поры до времени. Пока мы с вами не накопим определенное количество сюрикенов. Ну что же, давайте здесь заберем реворд и сразимся в боях. А в боях мы будем сражаться с вами обычно за телепорты. Только вот кого нам теперь искать? Вот вопрос в чем, да? Кого нам осталось? Ага, у нас еще, кстати, Бибоп. Давайте попробуем. Может быть, мы найдем на него две ДНК сегодня, а? Так, первая попытка неудачная. Вторая тоже неудачная. И на третью... Ну, третью, конечно, нам фартанули. Но по-прежнему остается еще одна ДНК найти. Хорошо, ладно, давайте кого-нибудь еще. Мне нужно, ребята, в любом случае выполнить эти все задания, но... Надо искать кого-то. Так, морозильная кошка. Давайте попробуем ее. Ну, тут три попытки, да? В общей сложности получается 6. Нам нужно еще 4. А кого нам искать? Нам больше некого, получается, так ведь? Давайте-ка быстренько пробежимся. Мельком глянем. Да, по-моему, я больше никого не могу искать. Бакстер у нас максимальный. Этот у нас недокачанный. Что же получается? На этих я искать пока не могу. Так же, как и вот здесь. Ну-ка. Да, на рук, кстати, тоже не могу, к сожалению. И что же получается у нас? Получается фигня полнейшая, потому что мне не на кого искать ДНК, ребят. Нет таких персонажей больше. Не осталось. Может быть, Бибоп классика? А, не получится, ребята. На Бибоп классического тоже не могу. Ха. Вот это мы приплыли. Ладно, придется тогда, знаете, как нам делать с вами? Вот таким вот макаром. Вот так вот, ребята, делается это все. Получаем 120 мутагена, это мало. Так, здесь, ну, нормуль. Максимальный ревард. Давай еще. Попробуем. Так, опять нормуль. И, по-моему, ребят, последняя попытка, да? Все, бинокль мы нашли. И забираем последний ревард. Так, у нас, ребята, сколько? 5 откатов. И давайте посмотрим, сколько мы... Здесь... Так, у нас Лига Сёгунов, одна звезда, 62-й ранг.
Поехали, быстренько сейчас прокатимся. Так, и начнем мы, пожалуй, с Павлуши. Да, именно с Павла будем начинать. Так, 50 и 51 я вижу уровень у него, поэтому не будем далеко закапываться. Начнем где-нибудь вот с 40-х, да? 40-е уровни пригодятся. И возьмем одного, наверное, 50... Нет, маловато будет. Давай, наверное, караечку возьмем с вами. Мутагена нам нужно будет очень, ребята, много, если мы хотим с вами Микеланджело поднять до 80 уровня, поэтому придется постараться накопить все это дело. Ну что, Лео, ты смахнешь рукой? Да, ребят, практически у него все получилось, и змея-карай, я думаю, добьет. Есть, отлично, хорошо. Ладно, мы с вами продвигаемся дальше, посмотрим, как мы еще поднимемся по рангу. Покажите мне, пожалуйста, статистику. Так, 62-я позиция была, и становится у нас 43-я. Слушайте, я думаю, что я в Сёгуны 2 звезды сегодня залечу, а может быть даже и в 3. Посмотрим, как у нас пойдет это дело. Так, откатики у нас заканчиваются. Я хотел их, ребята, копить, но, понимаете, вчера, когда играл, зашел, я когда опупел, просто меня в самурае сбросили на одну звезду. Мне пришлось просто тратить все мои 11 откатов, которые у меня были, для того, чтобы вернуться на свою старую позицию. Так, слушай, вот это было плохо, печально. Хорош буянить, ребята. Давайте зададитесь по-хорошему. Да что ты? Смотри, а. Инициативы у них хоть отбавлять. Так, минус сплинтер. И давай попробуем добить Леонардо. Да, Леонардо против Леонардо. И мой побеждает. Так, если была 44-я позиция, я думаю, сейчас где-то будет 22-я. А может быть 25-я. Проверим. Ну-ка. 33-я. Замечательно. Ну что же, пока еще есть у нас, ребята, герои, как говорится, в серебре. Во, кстати, смотрите-ка. Вот это, кстати, неплохо. Антон, ну-ка давай, Антоша. Мы с тобой немножко здесь подеремся, совсем капельку. Раз, два, три. Так, я боюсь, он... А хотя нет, должен справиться, да, ребят? Хотя тут Микеланджело, он ускоряет и укрепляет команду, поэтому давайте возьмем, наверное, Рокзара здесь. Рокзара мы ставим с вами в провокацию. Пока они там будут его мутузить, мой Леонардо, я думаю, тут... Ну, во-первых, он половину здесь положит, это однозначно. Так, подожди, а почему... А, вот оно как вышло. Ладно, давай посмотрим. Я думаю, что мой Леонардо тоже получит физатаку. Но нет, ребята, не получил. Но, тем не менее, ребят, мы с вами выиграли этот бой довольно легко. Просто с одной вертушки снесли всех. Одна лисица у нас там еще сохранилась, но ее... Точнее, не лисица, а лисица ее добила. Последнюю вражину. Так, и давайте, ребята, дальше. Так, смотрите-ка, здесь уже два серебряных героя. Это у нас Арт. С Артом будет тоже, ребята, разговор короткий. Давайте, раз, два, три. Раз, два, три. И надо кого-то взять еще, наверное, да? Я думаю, что это будет Крис Брэдфорд. Он будет у нас как добивающий, можно так сказать. Главное, Микеланджело вывести из строя, и все будет хорошо. Так, пробуем. Упс. Вот, началось. Началось свистопляска, ребята. Конечно, он укрепляет команду. Давай мы тогда, знаете, что сделаем? Нейтрализатора с вами нейтрализуем. Вот так. Что? А, он в инвиз уходит. Ладно, хорошо, для нас это не страшно. И мы продолжаем. Так, Роквелл, не буянь. Давай, наверное, массовую атаку от Микеланджело сделаем. Упс. Упс. Так, наверное, мы с вами... Сделаем защиту и, может быть, контратака на кого-то повесится. Ага, на Леонардо. Так, давай-ка добьем, наверное, мы с вами попробуем Микеланджело. Получится или нет, сейчас проверим. Есть, отлично. Так, теперь мы уничтожаем Роквелла. И последнего паршивца. Ай, не получилось, ребята. Сейчас массовая атака будет. По кому? Да я так и думал, ребят. Я так и думал, что именно это и произойдет. Всегда вот так они делают. Бьют самых слабеньких. Причем супер атакой. Блин, ну... Ай, сфейлили, короче, мы с вами попыточку эту. Но нет, не запрыгнули мы еще. 4-я позиция. А вот если бы мы всех персонажей сохранили бы, мы бы уже давно перепрыгнули. Так, ребят, смотрите, тут вообще как-то странно, да? 55-й, ой, 54-й, 53-й, 52-й уровень. И все в серебре. А как ты здесь оказался, парнишка, а? Как ты сюда забрался-то с таким образом? Так, погоди-ка, это, наверное, излишне будет. Хотя нет, почему? 45-е уровни, да, я думаю, что мы потянем. Хотя, опять же, рискуем. Опять рискуем, опять я могу сфейлиться и буду сам себя винить. Так, давайте сделаем вертушку. Вау, тихо, погоди-ка, давай-ка мы вот так теперь сделаем. Шреддер слабенький, ребят, здесь. Хотя,
тихо. Так, иммунитет вешает, да? Так, вешает иммунитет. Главное, чтобы, ребята, Бакстер Стокман тут сейчас не разбуянился, иначе будет фишка. Ну, да чтоб его. Ну-ка, давай так. Есть, накрыли. Ну, он делает защиту. Я думал, что он будет сюрикены, ребят, бросать. Но нет, он сделал большую ошибку, если честно. Так, ну что, Бибопа распишем сейчас, а, ребят, как думаете? По идее, думаю, что распишем. Так, Эйприл ничего не сделала хорошего. И крысиный король добивает Бибопа. И мы, ребят, с вами продвигаемся и поднимаемся в Лигу Сегунов 2 звезды. Это уже однозначно. Смотрим, то какую позицию получаем, мне пока неизвестно. 87-я, шикарно. У нас еще есть, ребята, бойцы. Мы еще можем с вами довольно неплохо здесь повоевать. Я думаю, что может быть где-то... Нет, скорее всего, на Сёгун 3 звезды сегодня мы не вытянем. Но постараться можно. При откатах, при всех делах. Так, а этот охламон как здесь оказался? Ёпрст, пульверизатор-то. Как ты здесь очутился, родной мой? Ну-ка. Да чтоб тебя... Кого надо убирать, ребята? Наверное, все-таки Рафаэля надо уничтожить, чтобы он здесь не хилялся. А теперь давай массовую атаку от нашего Шархана. Сработало. Ну-ка, добьем? Добили. И, ребята, остается лишь Донателло. Я, правда, не знаю, сможет ли он что-нибудь сейчас сделать. Вау, пробили. И это круто. Ну что же, давайте глянем, как мы сейчас с вами поднимемся повыше или пониже. Или никак вообще. Так, 87-я была и становится 72-я. Слушай, медленно идет у нас подъем. На самом деле, откатов у меня больше нету. И придется уже, как говорится, своими, ребята, силами справляться. Хотя и персонажей уже не так и много остается у меня. Давайте возьмем Железную Голову и, скорее всего, возьмем Макмана, да? Ну и возьмем Карайку. Фиг с ним. Фиг с ним, ребят. Сейчас три массовые атаки, если пройдут, все удачно, они должны, по идее, упасть. Но Леонардо нужно здесь в первую очередь ликвидировать. Так, фиговенько. А вот так если сделаем, то должны упасть. Нет, ребята, не упали нифига. Вот, волна всех убьет. Вау. Ладно, но зато я потратил, ребятам, грубо говоря, двух персонажей довольно сильных. Это Железная Голова и... Какой Макмен? Бакстер, елки-палки, я уже заговариваться стал. Конечно же, Бакстер Стокман. Так, ребят, 56-я позиция и... Угу, Марк. У нас идет, ребята, Марк. Давайте тогда мы сделаем с вами 57-й даже уровень здесь есть, прикинь. Если мы вот так вот сделаем, Зека возьмем и... Блин. Так, давай-ка мы вот так уберем и вот так вот сделаем. У нас Микеланджело еще пока слабенький. Несмотря на то, что он в платиновом ранге, он, ребята, 62 уровня. От него многого ожидать не стоит. Так, бросаем бомбочку от Зека. Так, а вот теперь интересно, что лучше сделать. Давай, наверное, танцпол все-таки мы с вами сделаем. Так, у ворот. Теперь плевок от мухи. Массовая атака. Тут у нас хилы есть? Так, у нас хилы есть. Это Леонардо. Ну-ка. Оу-оу-оу-оу, щет, не получилось. Так. У нас сопротивление, да? Наполовину сработало. Так, массовая атака. Мне нужна... Ребят, он хиляется. Вот этого я всегда боялся, что он будет хиляться. Ладно, давай попробуем расчекрыжить. Минус Лео. Далее что у нас? Так, критический удар повышается, да? Это плохо, кстати, ребята. Так, ладно. Давай попробуем. Я посмотрю, ребят, что это такое. Дымовая бомба, да? На самом деле я думал, что она массовая. Но что-то я не увидел. Так, тихо, в кого? Ну что, Бакстер? Ты смотри, когда Донателло не стал его добивать. Тогда нам повезло, мы еще можем хильнуться маленечко с вами. И еще одна массовая атака у нас от Змейка Бьюна. Вообще ни о чем, ребята, была атака. Минус Донателло. Блин, Рафаэля, наверное, не прожмем, да? Не сможем. А если мы сейчас с вами сделаем вот так? Отлично. Так, хиляться стоит? Я думаю, пока нет. Пока не стоит. Или стоило бы? Пока живем. Пока у меня живет Бакстер Муха. Так, давай еще, ребята, с вами похиляемся маленечко. Потому что Рокстеди, я думаю, что мы так легко с вами не побьем. Давай плевок. Да что ж такое-то? Давай выстрел, просто выстрелим. Да елки-палки, я говорю, ребята, он живучий. Все, Армагон все-таки сделал свое дело. Да, сложновато, конечно, без Леонардо играть, если
присмотреться, да? Сами видите, результат какой. Так, ребят, давайте-ка посмотрим, куда мы сейчас с вами переместимся. 56-я становится 38-я. Грубо говоря, нам нужно еще сделать 3 боя. А героев у меня больше, к сожалению, нету, получается, да? Давай возьмем самого маленького. Жик. Ежик, наверное, да? Жик. Так, Рафаэль, короче, у нас будет здесь. Ванька Стиранка. Паукус. И все, да? И вот этими придется мне драться. Господи. Пиццелиций и морозильная кошка. Ядрить на корень. Так, ну что, если мы успеем с вами встать вправо. Так, смотри, что смотри, что происходит, ребят. Они не дают мне шанса. Так, ладно. Давай попробуем воспользоваться. Паукус не добил. Вот, все, ребята. Ну, теперь можно немножко расслабиться, потому что Рафаэль встал в провокацию. И я думаю... Ага, Эйприл хильнула. Причем довольно так не слабо, да? Захиляла. Ну что же, давай пулеметную дробь. Эх, ядрить на корень. О, нет, 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 нет. Как я мог забыть, что здесь есть, ребята, Донателло, конечно же, со своей массовой атакой. Ну, вы поняли, да? Морозильная кошка у меня просто сразу отдуплилась. Господи, они у меня слабенькие были по уровню. В этом, в принципе, большая была и проблема. Так, ладно, сейчас мы добьем Эйприл. И остается у нас там Микеланджело. Все, ребята. Но двоих героев нет, поэтому, естественно, продвижение будет у нас минимальное. Вот давайте посмотрим сейчас. Так. Значит, какая у нас позиция? 38-я, и мы перемещаемся с вами на 30-ю, наверное, максимум. 31-я. Вот так вот, к сожалению, два боя у нас, ребята, подвело. Ну что же, переходим с вами к заданию. У нас есть, ребят, задание, которое мы с вами еще не выполнили в испытаниях. И это космические странности. Так, Джастин. Ага. Бакстер Стокман. Нейтрализатор. Так, это у нас кто? Рафаэль Космос. И давай попробуем. Вначале посмотрим, кого нам дадут. Какие героев? Ёлки-палки, ребят, мне здесь дают моих самых максимальных персонажей. Я думаю, что здесь мы далеко с вами дойдем. Надеюсь на это. Так, включаем пока автобой. Пускай он здесь их разворотит. Отлично. Так, тут у нас три волны. Никаких, ребята, проблем нету. Если они бы делали еще массовые атаки, то, соответственно, здесь бы уже давным-давно все валялись бы. Но они предпочитают именно драться с каждым. Ладно, это ихнее дело, ихнее право. Я не претендую. Все равно не упадут. 12 уровень, да? Как бы якобы у боссов. Но для нас это, ребят, не проблема. В общем, первую мы с вами заходочку прошли идеально. Давайте перейдем на вторую. А там посмотрим. Может быть, даже получим сегодня Рафаэля и Космоса, и Леонардо Космоса. Если дойдем до них, да? Так, у нас тут Микеланджело Космос. И в конце у нас стоит Армагон. Конечно, мне хотелось бы получить Армагона. Надо будет его как-то тоже прокачать. Но вы сами понимаете, что ДНК на них просто так не найдешь нигде. Именно вот в событиях. Может быть, из рулетки выпасть тебе, по-моему, чисто случайно. Ну и из паков, которые нужно покупать, которые, честно говоря, я не покупаю уже фиг знает сколько времени. Потому что денег катастрофически мне не хватает. У меня не взломка, поэтому, ребята, все зарабатывается честным трудом, можно так сказать. Ну что же, Армагон падает. Естественно, тут все упадут, они всего лишь 25 уровня. И последние мухи, тли, тоже мы с вами разбили. Отлично. Можно было бы, конечно, вот это, ребята, не снимать, не показывать, как мы с вами легкие бои вот эти проходим, а уже начать где-то с 55-го, с 60-го уровня. Ну что, нейтрализатор. Погнали, ребят, быстренько его расчекрыжим. Но здесь есть небольшой плюс. Вот пока я прохожу вот эти вот испытания, да, ребята, вот эти вот белки, и все, у нас идет достижение. Мы с вами можем за анчивки открывать достижения, а за достижения получать карточки на Шреддера. Поэтому они засчитываются только когда мы проходим это вот так вот в реальную. Если мы будем проходить на телепортах, то они нам не засчитываются. Так что, как бы хотим мы это, не хотим, нам нужно это делать. Так, ну что, Донателло Космос упал, Майки упал. Смотри-ка, какой крепкий оказался, а, Бакстер Стокман. Ну и тараканы, хоть они и бронированные, но я бы не сказал, да? Все равно они какие-то ватники. Ну что, ребятушки, давайте тогда двигаться далее. Не обращайте на то, что у меня язык заплетается, ребят. Я с работы, я уставший. Честно говоря, очень сильно хочу спать. Сейчас отсниму ролики и быстро в люлечку, потому что надо будет опять собираться мне на работу. Так, ну что. Это у нас, ребят, грибы. 40-й уровень уже у нас на пути. Так, давай вот так бомбанем.
тут, в принципе, изи. Так, смотрим. Так, уже 4 волны. Смотрим, кто у нас здесь. Ой, засранцы эти. И мутагенные белки. Опять же, ребята, это все ерунда. Минусуем. Так, переходим на третью и посмотрим, кто здесь уже стоит. Здесь у нас Рафаэль и Леонардо Космос. И Джастин еще. Джастин не упал. Как ни странно, с одной этой плюшки. Так. Ну ладно. О, погоди-ка. А что? У нас же здесь эти каменные големы. Ёлки ты палки. Вспомнили этих роднулик. Сейчас мы их быстренько закромсаем. На этом этапе мы их быстренько порвем с вами. Это уж точно я вам говорю. Да хорош тут уже свои рукопожатия делать. Давайте приступим к бою. Так, они какого? 45 уровня. Минус один. Так, Рафаэль берет провокацию. Но поджигаем. И постепенный урон его, ребята, убивает. Ну что же, эти боссы самые первые. Они самые легкие, 45 уровня. Тут нечем удивляться. А вот когда будут на предпоследнем, по-моему, да, этапе у нас, там будут крепкие. Так, ну что, Рафаэль Космос нам достается. И теперь, ребята, у нас будет с вами Леонардо Космос. Давайте, поехали. Леонардо Космос. Кстати, надо посмотреть, сколько у нас с вами монет. Так, давайте мы, наверное, уже будем здесь сами бомбить, разруливать. Ага, минус один. И, может быть, сегодня мы с вами откроем Донателло Космоса еще, которого у меня не было, как вы помните. Так, здесь у нас, ну, в принципе, это ерунда. С одной плюшки падают. Так, давай сюда. Ага, вот здесь нифигашечки. Так, давай, наверное, давай таким ударом сделаем. Пробили. Да что ж такое-то? Ну, начинается у них, ребят. Захилял он, да, своего бота. А смысл от этого я не вижу. И нет, не упал. Так, переходим, ребята, с вами на третью волну и смотрим, кто у нас здесь. Грибы. Их надо вот так, наверное, сразу же всю эту шайку-лейку наказать. Отлично. И последняя волна, четвертая. Здесь у нас кто? Рафаэль Космос и Донателло Космос. Начнем, пожалуй, с Рафаэля. Ага, не вынес я его. А если вот так сделаем? Замечательно. Так, я возьму, ребят, здесь провокацию. Армагон стопудово хочет в меня швырнуть астероид. Мне почему-то так кажется. Если он до него доживет, конечно. А он доживет. Или нет? Давай, наверное, Донателло уберем отсюда, да? И Армагон, наверное, не успеет. Да, ребята? Никто ничего здесь не успел сделать. И это классно. Ну что же, мы с вами переходим далее. Кто у нас там сейчас по плану будет? Так, Леонардо Космос зарабатывается. Так, Микеланджело Космос. Ну что же, давайте попробуем. 65 уровень у противника будет. Опять же 4 волны. Так что поехали. Начнем с крыс, которые не падают, да? Сразу же с плюхи. Давай сделаем так. Пробить. Слушай, давай, наверное, сделаем, ребят, защиту. Мы с вами сделаем защиту и уже будем наказывать. Так, нифига не получилось. Так, последняя крыса. Приходится уже два раза, ребята, бить противника, чтобы нанести ему хоть какой-то дамаг. Все, минусанули. Так, давай посмотрим теперь здесь. Здесь у нас белки, да, эти никчемные. Ладно, сейчас, ребята, мы с ними разберемся. Будем просто бить. Я пока суперудары буду все беречь. Они нам пригодятся на последней волне. Так, что ты делаешь? Так, ладно, белочки побуянили и хватит маленько. Ать, минус, отлично. Здесь почти получилось, добиваем. Так, а тут? Ну, давай так сделаем, с вертушки. Во, отлично. Третья, ребята, волна на подходе у нас. И тут, ну, тут ничего страшного нету. Давай вот так вот бомбанем. Упс. Не добили, к сожалению, да? Стрелозадых, ладно, сейчас добьем. Каждому по удару и все. И сюда. Так, последняя, заключительная волна. И смотрим, кто здесь у нас, ребята. Здесь Леонардо и Микеланджело. И опять же Армагон. С какого вдруг перепуга здесь Армагон делает? Уже второй раз. Давайте так, с вертушки. Армагон выстоит стопудово, я вам говорю. А, нет? А почему? У него было столько здоровья, и он упал, ребят. Хотя он 54-го даже уровня, по-моему, был, да? Ну-ка, Микеланджело Космос нам достается. Ребята, и вот Донателло. На Донателло мы обычно с вами фейлимся. Но не из-за того, что мы не можем пройти,
А из-за того, что здесь два противных босса в конце, это два этих голема, но у них очень серьезная атака. Так, что они сейчас будут? Каждый бомбить? Ага. По Микеланджело, да? Ой, по Рафаэлю бомбят. Так, завалили. Ну? Так, Зек, подожди, не падай, главное у меня. Стой на месте ровно. Давай добьем. Черта с два. Еще раз стрелять. Блин, ребят, посмотрите, какой Зек здесь ватненький, а? Мне его жалко. Мне его жалко, потому что его здесь разбирают с полтыка. Так, массовых атак у нас нету, потому что у нас все заблокировано. И я думаю, провокацию тоже здесь не стоит брать. Сколько? Три раза по нему нужно бомбить уже? Ну, ладно, вы припухли, что ли, совсем? Ну-ка, давай по добивочному сейчас сделаем. Массовая атака. Если что, ребята, у нас есть еще, по крайней мере, с вами отхил у Леонардо. Мы с вами этим воспользуемся шансом. Так, давай-ка мы вот этого бомбанем. Это третья, да, волна у нас? Так, и... добили. Да нет, третья только сейчас еще будет. Ёлки-ты-палки. Давай защиту поставим, наверное, дополнительную. Хотя вот эту вот защиту надо было, ребят, нам оставить, скорее всего, на големов. Потому что големы жесткие. И там нужно как можно максимально нанести дамаг. Иначе они начнут молниями бомбить, да? И лавой поливать нас. И это плохо. Ну-ка, добьем мы этого. Минус. Так, стрелозад, чертов, а. Ну все, 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 успокойся. Не, чтобы в Рафаэля, да, бомбить? Чтобы он им ответочку дал. Нет, они вот так вот тут балуются. Ладно, минусанули. Давай теперь этого. Кстати, можно будет, ребята, немножко, наверное, и захиляться. Как вы думаете, а? Если сейчас Леонардо... Нет. Как только на Лео выйдет ход, ребят, мы сразу с вами будем хиляться. Четвертая волна. И здесь у нас... Угу, все то же самое. Ну что, поехали с Масухи. Потом отхилимся, если что, ребята. Тут главное... главное не упасть. Так, контратаку. Давай, наверное, так сделаем. Так, теперь бомбочку бросим. Блин, она нас не спасет. В кого? Ага, в железную голову, да? Ладно, ребята, ликвидируем Леонардо Космос с вами. Потом у нас идет Рафаэль. Ать. Надо бы, конечно, Армагона как-то уничтожить еще. Хорошо, ребята, пока все замечательно. Так, Армагон. Надо было блокировать ему способность, ребята. А, он... Воу-воу-воу-воу, тихо! Твою же налево, а? Ну как он, ребят? Ну как он, а? Взял просто и раздеребанил. Блин, а с этими боссами попробуй-ка сразиться без Зека, без его бомбочки. Наверное, не получится. Хотя, сейчас посмотрим. Если получится, то очень хорошо. Но три звезды однозначно нам уже не видать. И мы здесь ничего не сможем пофармить. Ну хватит уже свои тут обнимашки делать, а? Господи. Так, ну что, начинаем с провокации, естественно. Так, провокацию взяли. Теперь бомбим массовыми атаками. Оу. А ну-ка, Раф, долбани. Слушай, отлично. Так, молнии, да, ребята? Ты посмотри, сколько здоровья он оставил. Посмотри, просто. Да, отхил. Отхил нам тут не особо хорошо помог. А если защиту поставим? Думаете, потянем, а, ребят? Ну, минусуйте его. Нет, еще пока не упал. Так, этому. Этому побольше, да, прилетело. Ну что, добиваем этого тогда. И начнем уже разбирать электрического. Ну-ка. Так, еще удар нужен мне. Еще удар. Все. Все, ребята, мы прошли. Слушай, дальше, я думаю, нет смысла идти. Там будет, по-моему, 80-й уровень. И я не потяну. Хотя ДНК на Армагона мне, если честно, нужно очень сильно. Ну-ка, посмотрим. Так, какой уровень здесь противника? Да, ребята, 85-й. Даже при любом желании у меня ничего не получится. Хотелось бы, но никак. Так, что я хотел, ребят, глянуть монетки. Есть ли у нас с вами достаточное количество, чтобы купить? Так, смотрим. Нету пока, 42 монеты, ребята, а нужно 60. Так, погоди-ка, у нас разыгрывался Донателло сейчас, да? И мы с вами сфейлились. Погоди-ка, секунду, бой. Так, да елки-палки, не сюда зашел. Вот здесь, в испытании, где у нас Донателло. Да, ребята, именно здесь у нас и не получилось. Так бы можно было бы, хотя, подожди, может быть... Может... Нет, здесь его нету. И здесь его нету. Он именно вот отсюда начинается. Можно было бы рискнуть и вытянуть, ребята.
два ДНК на Донателло, которые нам не хватает. Но неохота мне тратить порталы. Ладно, пока перебьемся мы с вами. Ну что, дорогие друзья, на этом будем закругляться сегодня. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. И мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. Так что всем пока и до скорого. Some more. Oh.